Около 25% жителей Нижегородской области будут получать льготы на оплату за вывоз мусора. В правительстве области сообщили о том, что утверждены льготы для социально незащищенных граждан. Это все наши ветераны, это семьи с детьми, это сироты, это многодетные семьи. Естественно, на компенсацию 50% оплаты с ДКО в рамках коммунальной услуги все средства предусмотрены. И все эти граждане будут эту льготу с 1 января 2019 года получать. На сегодняшний момент это порядка 740 тысяч людей. Вот, и около 6 миллиардов на эти цели у нас заложено. Более того, губернаторам было дано поручение предусмотреть дополнительные меры поддержки. Это касается семей с детьми, которые имеют доход ниже прошиточного минимума, и одиноко проживающих пенсионеров. Был выработан механизм субсидирования за счет средств областного бюджета тех территорий, где тариф на вывоз мусора получился экономически обоснованно выше среднего по области. Более 915 тысяч жителей Нижегородской области получат платежки на вывоз мусора с снижением в 50%.